Всем привет! С вами снова я, Евгения, и сегодня мы продолжаем репортаж о Monster High. Сегодня у нас в гостях Франки. Давайте открывать коробку и посмотрим, чем же в этот раз шокируют нас монстряшки. Даже принты на ее платье в виде молний и гроз. Туфли Франки, конечно же, идеально подходят под ее платье. Форму молний можно увидеть не только на каблуках, но и на боковой части ее желтых высоких туфелек. Ее тонкую талию подчеркивает широкий пояс. Пояс можно украсить вот такими эмблемами, черепами, монстряшками с молниями. Нужно всего лишь вставить конец этих декораций в дырочки, специально предусмотренные для этого на поясе. Пояс также украшен цепочкой. На изящной шее Франки можно заметить маленькие болтики по бокам. Макияж Франки синего цвета, но лицо также украшают желтые зигзаги. Вот тут и тут на щечке. Образ также дополняют синие серьги-молнии. Основной цвет волос Франки темно-синий, но некоторые пряди выделены желтым и черными цветами. В Франки, конечно же, есть вот такая расчесочка с эмблемой Monster High череп, для того, чтобы ухаживать за ее экстравагантными волосами. Производители куклы решили воспроизвести мультик в реальность и создали вот такой гроб. Двери гроба легко открываются, и кукла вставляется в специальные пазы на ее ножках и на теле. Двери легко закрываются. И теперь мы можем менять цвета, нажав на вот эту кнопочку. Цвета самые различные: красный, зеленый, голубой, белый. И можно просто выключить. Если вы хотите подробнее узнать, как же работает статическое электричество, вы можете прочитать об этом на сайте monsterhigh.com. Гроб также украшен черепами и молниями на дверях и внутри гроба. Поддон гроба также украшен черепами, которые можно снять и вновь одеть. В следующих выпусках я расскажу вам и про других монстряшек. Оставайтесь с нами на нашем сайте megadiscount.pl.